Мудрость человеческая в противовес замудрячеству – это умение приспосабляться к обстоятельствам, сохранять спокойствие вопреки внешним угрозам, когда положение твое подобно не розам, а грозам. От души говорю вам, я Робинзон Крузо. Отыщется что-нибудь утешительное, если поискать, к примеру, употребление материальных благ, так сказать. Все наши сетования по поводу того, чего мы лишены, от неблагодарности за то, что мы имеем. Человеческая натура не видит истинного положения, пока не изведает на опыте еще худшего положения. Она не ценит благ, какими с детства обладает, а когда лишится их, то плачет или вздыхает. Тайные пружины психики порой играют злую шутку. Голод украшает львов. Сегодня любим что-то, а завтра будем ненавидеть. Сегодня ищем что-то, а завтра скажем наплевать. Страх отнимает способность мыслить разумно. Он болезнь, он расслабляет душу чугунно. Нелепые решения под влиянием тяжелого страха. Боялся сегодня профукать, а завтра плохо. Минуты сомнения стоишь на распутье. По какой дороге идти без словоблудия? И вот ты выбрал, но нет, сомнение берет. Не подвел ли внутренний голос, а он поет? Лучше правильно сказать, обмануть дьявола не грешно, чем неправильно сказать, развести не западло. Никогда не поздно поумнеть, это аксиома и факт. Заключи с совестью навечно мирный пакт.